Добрый день! Сегодня предлагаем вам приготовить овощной салат, который отлично подойдет для того, чтобы разнообразить ваш повседневный рацион в дни церковного поста. Это постное блюдо. Для приготовления нам понадобится 6 отварных картофелин в мундире и очищенных уже, 2 небольшие луковицы, 4 средних маринованных огурца, ну, у нас тут маленький, поэтому 5 штучек. Стандартная банка зеленого горошка консервирована, маринованные грибы 300-350 грамм, уксус для того, чтобы лук замариновать, для заправки растительное масло без запаха, черный молотый перец и зубчик чеснока по желанию. Лук порезали маленьким кубиком, переложили в миску и залили маринадом, для того, чтобы из него ушла горечь. Для маринада нам понадобилось по 75 мл воды и уксуса. В пропорциях 1:1 соединяем и заливаем лук, минут на 10 отставляем его, пусть маринуется. Картофель порезали кубиком, горошек переложили в дуршлаг, промыли под проточной водой и дали ему хорошенько стечь. Теперь перекладываем горошек к картофелю и перемешиваем. Промаринованный лук откидываем на дуршлаг, даем ему хорошо стечь, перекладываем сюда вот в миску. Маринованные огурцы и грибы нарезаем мелким кубиком и также сначала откидываем их на дуршлаг, чтобы они стекли, чтобы не было в салате лишней жидкости. Теперь все маринованные компоненты салата перекладываем в отдельный контейнер. Грибы, огурцы. И лук. И хорошенько перемешиваем между собой. Теперь делаем для салата заправку. Измельчили зубчик чеснока. Немножко, ну, по вкусу. Добавляйте черный молотый перец и 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Хорошенько перемешиваем. Ну и теперь собираем наш салат. Берем картошку с горошком половину из контейнера откладываем. Мы просто делали, ну, как бы на 2 дня, на завтра, чтобы осталось на вечер. Половину отсюда и половину маринованных компонентов. Поливаем заправкой. И перемешиваем. Наш салат готов. Подавайте его как самостоятельное блюдо. Это хороший вариант для ужина. По вкусу напоминает немного оливье, но здесь вместо мяса используются маринованные грибы и нет яиц. Те, кто не любит растительные заправки для салатов, могут использовать майонез. Попробуйте, приготовьте. Приятного аппетита!